Дорогенькі жіночки, робимо собі коханим подарунок. Замовляємо відпочинок з харчуванням. Море, сонце, краса, перлина Карпат, Федотова коса. Телефонуйте 050 990 30 30. Поэтому мы выбрали перлину Карпат. А вот, друзья, собственно, сердце этого заведения, потому что здесь проходит, ну, я, как по мне, я еду всегда отдыхать в гастроту. Так вот, фишкой этого заведения является то, что здесь питание включено в стоимость проживания. А какое питание? Это не простые, как тут говорят, комплексные обеды. Здесь 14 комплексов. Кроме этого, есть расширенный список всяких блюд, которые вы можете дополнительно заказать. Там вполне за адекватные деньги. Цены очень лояльные. Друзья, смотрите. Вот это комплексы, о которых я вам говорил. Завтраки, обеды, ужины. То, что входит в стоимость проживания. А вот это отдельно. Напитки. Еще еда. Друзья, каждый день блюда с мангала входят даже в базовые комплексы питания. Друзья, теперь перемещаемся от нашего кафе к морю. Море, чтобы вы понимали, 50 метров. Знаком не могли никак. Ну как же, если вы не могли, если вот висит знак 334, а зона действия знака у нас за какого? Ну я отсюда не вижу, я отсюда не вижу. Еще раз. Я не вижу, даже вот по камере мы смотрим. Тут смотрите, нет. Вот, Рома, отойди, пожалуйста. Вот, смотрите, последний столб стоит. Ну вот у нас, да, вот у нас последний столб, вот он. Да. Вот он. Смотрите, я не хочу сейчас вас штрафовать, мы тут сейчас работаем больше на превенцию. Я прошу, пожалуйста, отъехать, чтобы данный участок был чист. А вы можете оштрафовать? Ну, у меня есть такие полномочия, конечно. Вы же нарушили. Оштрафуйте, пожалуйста. Оштрафуйте, пожалуйста. Честно, не хочет. Чего? Ну, сейчас я работаю на превенцию. А скажите, все... профилактические беседы. А все полицейские работают на превенцию? Все ли? Да. Ну, хорошо бы, чтобы все работали на превенцию и, соответственно, реагировали. Вот. На данный момент очень много людей, которые... становится под данный дорожный знак и говорят, что не знают, и спрашивают, как давно его повесили. То есть. Смотрите, я вам просто объясню, если вы не знали, вы же госты, там знаете, все знаете, да? То как должен знак располагаться?
На то і проїзні частини, де потрібно зробити заборону. Правильно? Скажіть, будь ласка, я на тротуарі став? Ні, ви на тротуарі не стали. Знак де встановлено? Знак у нас встановлений на тротуарі. В чому вопрос? Смотрите, вот если главная дорога висит тут на жестком... Я не хочу просто с вами спорить, я понимаю, что вы на тротуаре, не на тротуаре, но по факту у нас дорожные знаки висят на проводах, что вы должны теперь только запрещено вам на проводах останавливаться, ну, согласно вашей логике. Нет, согласно моей логике, мне знак указывает, что вот именно в этом направлении мне запрещено стоять. Вот именно от правого края проезжей части... Мне запрещено. Я с вами соглашусь, но тогда, если вы будете внимательны, то данный дорожный знак хоть и установлен на колонне, но есть еще крепление металлическое, которое выходит на дорогу, тогда если получается вы прям так... Сколько оно метров выходит? Ну, вот где-то будет на уровень вашей машины. Ну, если мы так уже... То бишь, вы хотите сказать, когда я выезжаю из Бурсатского... Нет, я хочу просто, чтобы люди понимали, потому что есть для кого-то привилегия, а для кого-то не привилегия, понимаете? Одних штрафуют, других не штрафуют. Одни полицейские работают, как вы, на превенцию, а другие полицейские стоят и ждут свою жертву, которая приедет, станет сюда, потом придут, попросят документы и выпишут постановление. Это некрасиво, но в целом вы должны понимать, в любом случае, все равно правонарушение-то произошло. Это тут уже... Правонарушение произошло после того, когда будет уже решение, уже будет непосредственно само постановление. Да. На данный момент пока мест еще нету никакого ни правонарушения, никакого решения, водитель, ничего. Я с вами полностью согласен, потому что я же говорю, на данный момент, сейчас я сегодня работаю, сегодня велопатруль, начальство решило, что велопатруль должен заниматься такими рода вещами. Лично мое мнение, что я не должен этими вещами такими заниматься, что велопатруль запускается больше в парки, парковые зоны. Потому вот я сейчас на превенцию тут работаю. И а с какая у вас рота, какой батальон? Третий батальон, первая рота. Третий батальон, первая рота. Потому я вас прошу, чтобы, скажем так, другие водители... А вы давно в полиции? Уже третий год будет. Я просто с вами не встречался. Да, это впервые я с вами встретился. Да не, я просто начинающий активист. Да, ну далеко вы не начинающий. Да начинающий я активист. Я просто ютуба много смотрю, как бы много там поучительного чего. Вот это вот. Ну смотрите, я же говорю, вас прошу все-таки отъехать. Я не хочу ни с вами ссориться, я не знаю, там доказывать что-то. Не, ну причем, вы же знаете, что делать, если человек, допустим, ну, не реагирует, как бы, вы должны, как бы, отреагировать. Ну, вы знаете, я знаю прекрасно, ради чего это все происходит. Чтобы смотрели в ютубах видеопросмотры, тем самым у нас сейчас, опять-таки, так люди зарабатывают. И ничего в этом плохого я не вижу, ну, я не хочу... Скажите, пожалуйста, да. Я же не спрашиваю, когда вы на велике катаетесь, вы тем самым зарабатываете что-то. Совершенно верно. Вот меня всегда удивляет тот человек, который, неважно, активист, блогер, просто человек, снимает на видео, он сразу у вас идет в понимание о том, что мы зарабатываем. Я ни в коем случае не говорю, чтобы вас осудить, ни в коем случае не говорю, чтобы вас задеть. Я просто сказал, я так понимаю, что так оно у нас снимает видео ради такого контента. Я могу ошибаться. Могу ошибаться, это... Также нормально. Я просто высказал свое мнение. Послушайте, я свое мнение высказываю полицейским от лица народа. Так как у нас президент является лицом народа, вот так вот и я являюсь лицом людей, в основном это автомобилисты. И, к сожалению, так вот повелось, что те люди, которые... беззащитны, они страдают. А те люди, которые хоть чуть-чуть могут, знают хоть норму какого-то закона, их почему-то полицейские не хотят ни штрафовать, там, работать на превенцию, там, все такое. И не, хотелось бы, конечно, чтобы те люди, которые посмотрят, я не буду, как бы, вашу фамилию, там, мне это, в принципе, на данный момент не интересно. Люди увидели и показывали этот ролик другим полицейским и сказали, что вот подъезжал велопатруль там к такому-то человеку, они с ним пообщались и как бы все нормально.
А другие полицейские, они просто принципиально хотят выписать постановление. И это неправильно. Я всегда говорил и говорить буду. Подъехали к человеку. Это пример. У меня просто не было такого, как это. Вот. Подъехали, сказали, человек начинает бычку включать, да. Тут согласен, нужно штрафовать, все такое прочее. Вот. Просто у меня постановления уже закончились, надо еще одно постановление. У кого закончилось? Да у меня закончилось. Вот на Макдональдс, если что, можете заехать. Не, спасибо. Ну серьезно, здесь можно мороженое взять, кока-колу и чай. Спасибо, не надо. Тут до 31-го, 12-21-го. Водитель, ну, к чему мы пришли? К чему вы пришли? Я вас услышал, я отъеду, спасибо, конечно, большое, как бы. Понимание. Не будем, как говорится, показывать плохого, но на будущее хотелось бы, я же думаю, вы в Ютубе еще не были нигде? Нет, я не хотел бы там быть. Но, к сожалению, вот знаете, мне спрашивают, ты всегда покажешь только плохую сторону. Я покажу хорошую сторону. Вы подъехали, вы свою, ну, вы согласно 31 статьи части 2, вы работаете на превенцию. Вы подъехали, меня уведомили о том, что да, тут знак 3.34 стоит, и мне нужно покинуть данное место. Все. Да, поэтому да, я же фамилию все равно вашу назову. Все хорошо, спасибо за понимание, всего доброго, до свидания. Вы ж лайк обязательно поставьте. Я навряд ли его увижу. Скоро увидите. Мне не интересно просто. Увидите. Друзья, как-то так опять. У нас площадь. И вы сами видели, как полицейские, вот так полицейские должны себя вести. Поэтому обязательно показывайте этот ролик другим полицейским. Да, да, да. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну а мы погнали дальше.